Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Skyrim. Мы находимся в Маркарте. В последней серии мы нашли все-таки изгоя, который хранил в себе вересковое сердце, которое так нужно этому взбалмошному магу по имени Нелот с Алстейма. Теперь мы направимся туда, но сначала... Здравствуй. Сначала мы пропутешествуем, Когда-нибудь проедемся. Я буду ювелиром, как мама и папа. Отнюдь. Не уверен. Вся мебель в этом трактире прогнила. Знаешь почему, Клеб? Окей. Вот еще в склоке не хватало встревать. В общем, в Вайтране я хочу навестить, во-первых, свой дом. Поискать там серебряный слиток. Возможно, он у меня где-то там лежит. Я не уверен, конечно. Во-вторых, зайти к местной знахарке. У нее там, может быть, будут травы. Мне нужно найти ядовитый колокольчик. Потому что по дороге его идти искать для меня не вариант. Это скучно. Это все нужно для того, чтобы связаться с одним из местных башков, каким-то повелителем гноя. Странный, короче, товарищ. Просто интересно, возможно, мы сможем из этого что-то получить, какую-то выгоду, какой-то интерес. И, возможно, в этой же серии мы направимся на Салстейм, если всего этого не будет в Вайтране. И этим башком займемся как-нибудь потом. Ну, как бы там ни было, в общем, вот такие дела. Так, нам предстоят две довольно долгие загрузки. Первое – это выход в Маркарт, потому что он большой. Вот. Второе – это... В Маркарте не доверяю чужакам. Учти на будущее. Что вы говорите? Я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать, лично в руки. Посмотрим. Another note from your friend Rallis. I hope everything is all right. Ты смотри, куда добрался. Ладно, мне пора. Пока. Ну, в общем, все дороги ведут в Салстейм, как я вижу. Нам нужно и Нелоту отдать. И Ралис там уже раскопал все, что хотел. Мы ему две штуки золотых дали. Септимов. Растратно это все получилось, конечно. Целых 3000 септимов потратили. Обеднили. У нас осталось всего 100 с лишним. Так что, в общем, вот такие дела. Нужно два квеста сдать уже там. Завершить два важных дела. Так что давайте направляться. Так, ну и что, отвезешь нас, тележка? Кстати, говорят, есть мод, который убирает во время таких путешествий функцию быстрого перемещения, и ты реально едешь на этой тележке, осматриваешься по сторонам. На мой взгляд, это очень круто. По пределу Ну, мне такое куда нравится. Едем? Это тягомотно, конечно, чисто вот для серии не подходит, но само по себе... Залезай обратно и отчаливаем. Так, Дромедонт, пешком рядом побежишь. Котов этих знаешь? Они себя зовут Хаджиты. Слыхал я, что на... О, прям как Уильям Уоллес. Freedom такой. Если кто не смотрел «Храброе сердце», то... Ну, таких людей нет, в принципе. Ладно, что я говорю. Блин, Вайтран, сколько воспоминаний. Да, у нас серия сегодня начинается такая загрузок. Сейчас мы появимся там около Вайтрана, и в итоге нужно будет войти в город еще, и он будет грузиться столько. Ну, это Фрапс, из-за него загрузка длится довольно долго. Тут же ничего не поделаешь. Блин, мне, во-первых, охота, конечно, взяться за этот квест, потому что, ну, блин, как я мог пропустить, это довольно интересное событие, я так понимаю. Но с другой стороны, если сейчас вот в Вайтране ничего не будет нужного, то я, скорее всего, просто отложу на потом. Долбанное солнце. Это не гриф? Это ты? Нет, это не он. Куда же подевался этот негриф? Выкованный в тамошнем огне, режет сухожилие. Скорее всего, он около убежища темного братства стоит и ждет нас. Мы ему тоже не сильно нужны, он такой сам по себе. Так, что мы повстречаем дракона, проверим, как быстро мы сможем бежать. Мудрость народа гласит, не важно, как быстро летит дракон, важно, как быстро бежишь. Круто.
Моя компания, интересно, никого не смущает? Призрак и какой-то злобный карлик, который всем говорит «Куна-васа!». Сейчас еще охрана прибьет. Надо быть осторожней. Глотка мира. Это она же? Да, это она. Что еще нам может понадобиться в Айтране? Ну, вроде ничего особенного. Можно, конечно, сходить к Фрингару. Подожди, Фрингара я не убил случаем. Он же меня заказывал за то, что я у него что-то своровал. По-моему, Фрингар у меня с перерезанной глоткой. Его уж похоронили, наверное, давно. Так что только к этой травнице сходим. Что тебе нужно? Вот это довольно тупо. То есть мы уже, я не знаю, там год назад выполнили этот квест. Вот да. На этих товарищей, которые искали на Дию, или как ее тут звали. Они все еще стоят здесь. Им нельзя сказать, уходите там, потому что их предводители мы убили. Да. Они просто стоят и стоят. Так, что-нибудь купишь, Адриана? Ты умеешь добивать. Погляди. Я хочу тебе отдать... даже не знаю. Кирку держи. Тут отдать-то особо нечего. Великая алхимия. Nope. Ладно, это оставим. Сейчас как раз положим. Если что понадобится, рюкзак. Загляни в магазин. Ой, то есть в сундук. Я работаю на Белитора. В лавке помогаю. А, серебряный свиток, подожди. Хотя на обратной дороге. Серебряный свиток и ядовитый колокольчик. Серебряный свиток можно купить у нее, я так понимаю. Или серебряную руду, и из нее сковать серебряный слиток. Чем могу помочь? Чем ты можешь мне помочь? Это мой дом. Ёлки-палки, Лидия. Дом, милый дом. Живу. А Каки, ты уже уйдешь куда-нибудь, нет? Так, ящик. Здесь, конечно, у нас куча всего интересного лежит. То, что мы набрали за это прохождение. Тут бы тоже как-нибудь систематизировалось это. Так, камни. Пустой. Это тоже пустые, да. Так, ну-ка, где-то тут свитки, руды всякие. Вот это мы, пожалуй, возьмем. Ах, пакость. Микстуры. Блин, где же оно все? Орудие пытки. Вот у меня что даже есть. Офигеть. Надо будет на ком-нибудь использовать. Палец великана, который в Маркарте мы у кого-то оторвали, как обухали. Глаз Фалмера. Прах вампира, кстати. А, прах вампира мы уже подобрали. Серебряного свитка, похоже, нет. Ну, ладно. Это возьмем. Да, здесь офигеть что. Ой, сколько же у нас тут всего. Это просто, блин, какой-то кошмар. Наша броня вся. Да. Давайте сложим сюда глаз белки. Да этот лук тоже выкинем. Вот это почему-то не дает выкинуть. А жаль, потому что квест уже, по сути, выполнен. Да ладно. Так. 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 Эти пусть остаются. Все, хорошо. Ну, ладно. Ни того, ни другого не получили. Ну и черт с ним. Че, Лидия, как дела? Что тебе нужно, мой танк? Ничего. А какие? Дорогу.
Книжечки мои. Хорошо, пойдем к травнице, посмотрим, что у нее тут есть. А вообще, сначала давайте сходим к кузнечихе. Возможно, у нее найдем. Адриана. Есть, да, все, что доброму воину нужно. Серебряная руда. Блин, лучше бы серебряный свиток, потому что для серебряного свитка, по-моему... Ой, слитка, нужна парочку руды. Не знаю, сейчас посмотрим. Тогда я пойду. Да, две серебряных руды. Да что ж такое, не прет. Я не говорю, что я лук. Ты ничего нет, в ну ладно. Этот титул за Йорлундом Серой Гривы. Так, кстати, у твоего этого наставника может быть то, что нам нужно. Блин, что-то у нас серия сегодня хозяйственная такая. Ну, в принципе, для разнообразия пойдет, потому что в основном у нас все идет на войну, а тут у как-то... У нас и мелкое оружие, только лучшее оружие и броня. Блин, не прет так не прет. Жаль. С тобой приятно иметь дело. Казалось, слиток лежит. Сейчас бы сперли. А может, у этого торговца? Вот тут вот в этом домике. Давайте сбегаем по-быстрому. О, где бы мне найти вторую серебряную руду? Видимо, все-таки этим мы займемся попозже. Так, здравствуй. Привет. Погляди. Пища. У тебя вообще такого нет. Отлично. Ну, черт приятно с тобой. Приятно иметь с тобой дело. Так, что еще у нас тут есть интересного? В принципе, все. У этого, конечно, старьевщика может что-то снег быть. Ты солнце боишься или что? Солнце боюсь, да. Я его ненавижу. Сейчас, смотрите, скажет, что... Посмотри, что у меня есть. А, блин. Наверняка ты найдешь то, что ищешь. Прости, ошибся а дверью. Нет, ну, слушай, у тебя нет серебряного слитка? Все. Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище. Похоже, что нет. Зато у него есть эбонитовый слиток. Вот не прет, так не прет. Ну, ладно. Заходи еще. Готов у тебя даже рот. Подожди, а у него этого нет? И дает у колокольчика. Да, немного того, немного всего. Что я забыл про одно. Хотя он, наверное, вообще не в этом разделе. Он, наверное, в ингредиентах. Поэтому он тупо не продает такое. Ты уйдешь уже, нет, призрачный ассасин. Блин, серию просто заплутали. У меня для всех найдется что-нибудь подходящее. Позови меня, если что понадобится. Такая тень. Мне нужен... Вид у тебя бледноватый. Ядовитый колокольчик. Богатый ассортимент зелий и препаратов для алхимика. Вот, хорошо. Давайте все возьмем. Пригодится. Остался серебряный свиток. Ой, почему свиток, говорю? Знаешь, слиток где-то добыть. Поломать. Почему так не прет? Где же мне тебя взять? Можно пойти к кузнецу. Виндхельм. Хотя у нас тут же есть еще один кузнец. Точно, у соратников. Который говорит голосом Геральта. Совершенно беспалевная дверь. Блин, как давно я тут не был. Уж подзабыл даже все. Здравствуй. Меня стали ковать, не перековать. Слава богам. А серебро есть? О, да что же так не прятано? Ну. Хорошо. Волчья. Угу.
Блин, неудачно. Какая жаль. Пойдем тогда в Винхельм. Ой, Винтерхолд. Подожди. Нет, Винхельм. В Винтерхолде ничего не найдем хорошего. В этом городке кузнец один, по-моему. Но есть несколько старьевщиков. Одного я убил, второй, по-моему, продается с этим, слитки всякие. Может, чего и найдем. Сейчас у нас просто поиск слитков идет. После этого надо будет путешествовать туда и попробовать все-таки призвать этого башка, потому что интересно стало, любопытно. Злокрысы, большие крысоподобные существа, обитающие в пещерах. В Обливине их называют злобные крысы. Здесь злокрысы. В Обливине грязевых крабов называют грязевыми крабами. Здесь грязекрабы. Вот просто хочется взять и дать учебникам русского языка локализаторам Скайрима. Зачем придумывать такие тупые новые слова? Ну, я это уже неоднократно говорил. Спят, небось, еще. Звать меня Нильс. Я повар в очаге и свече. Рад за тебя. Молодец. Когда вам что-нибудь понадобится, приходите. Я очень многое могу и умею держать язык за зубами. А у тебя нет случая? Я глубоко уважаю Амбариса Эндара, но его взгляды все-таки слишком радикальны. Так, что, все разошлись? Я бы путешествовала больше. Но кому хочется постоять? Если вы ищете, где бы выпить, в таверне... Подожди, кто из вас? Да. Ты не она. Кузнец, по-моему. Горожане называют меня капитаном, потому что в свое... Вон он, по-моему. Держи его, держи. Стоять. Что тебе нужно, малявка? Это я-то малявка. Всего доброго. Ладно, не буду тебя убивать. Хорошо, будем вот тут присядем на карты и будем ждать утра, пока они не придут. Это где-то у нас вот так вот. Я надеюсь, там на Салстейме ничего плохого не случится с моими раскопщиками, пока я здесь занимаюсь всякой ерундой. Ну, дай мне, пожалуйста, серебряный слиток. Да. Просто нет слов. Там больше ничего не нужно вроде. Да. Две серебряных руды. Ну и чё? Это я всё скидывал. На любой вкус и кошелёк. Серия, короче, шоппинг называется. Это что такое? Свежие фрукты. Не нравится. Овощи. Да немного того, немного сего. Ну-ка, покажи. Лунная руда есть. Эбонитовый слиток. Да, вот это заберем у тебя. Обязательно посетите подержанные товары Садрии в квартале Серых. Придется, похоже, идти на Различные самом деле в квартал товары... Серых. Я бы с радостью Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище. И тогда дайте не такую руду. Ненавижу. Спасибо за визит. Что тебе нужно, малявка? Ты сейчас договоришься точно. Я тебе за малявку вот эту вот воткну куда-нибудь. Подходим. Свежие, сочные фрукты. Горожане называют меня капитаном. Так, варочная. В свое время я ходил. Там нам ничего не может пригодиться. О, так, хорошо. Это ведь не правда, что говорят про тебя и темное братство. Или правда? Твое какое дело вообще? Иди своей дорогой. В воздухе пахнет
И тут такой призрачный ассасин не палится совершенно. Ой, пойдем в этот район. Что уж нам остается? Не могу найти серебряный слиток, когда надо. Это же подумать только. Дорогу. Я сейчас психану просто и уеду в Солстейн. И пусть сами себе там призывают, кого хотят. Так, этот у нас погиб, по-моему. Мелкие кражи и пьяные табаки. Да. Вот у тебя может что-то быть. Ну как погиб? Я его убил. Потому и погиб. Я полагал, что квартал серых станет спокойным пристанищем для моего народа. Все остальное. Питье для жаждущих, пища для голодных. Понятно. Если надо повторить, только скажи. Все, поехали отсюда. Потом как-нибудь найдем. До смешного доходит уже. То есть, эта руда, она постоянно развалами валяется кругом, а тут не можешь найти. Сколько времени потратили. В порт. И в Солстейн. Здесь, кстати, на пристани, по-моему, тоже кто-то есть такой. Продающий слитки. Кстати, у нас же есть Доэдра торговец. Возможно, он поможет. Посмотрим. Палец такой. Так, ну-ка. Магия. Таланты. You have many things I wish to buy. Ну, покажи. Haggling with you can be so. Отлично. У тебя вообще ничего нет. До свидания. Until you summon me again. Бесполезно, торговец такой. Так, там кто? Там никто. И тут никто. Норды не любят нас. Ну и что? Я их тоже не люблю. Все, едем отсюда к чертовой матери. Нужно что-то. The Northern Maiden is ship-shape and ready to go. Не ты? Да. Мне нужны сласты. If you've got the gold, get yourself settled then. Окей. Тут где-нибудь найдем потом серебряный слиток. И сходим уже за этим заданием. Всю серию прошмонались туда-сюда. Это было прикольно, в принципе, я и по Вайтрану соскучился, и по Виндхельму. Побегали помаленьку, посмотрели, что у них тут да как. Все по-старому. Да ладно. Как-то даже неохота сюда возвращаться после Скайрима. Тут настолько уныло. Ну, то есть красиво, конечно, и находиться интересно. Но визуально это все просто пустыня, Wasteland такой, разрушенный. Пойдем, Дош. Так, окей. Кузнец, иди сюда. Ты мне нужен. А ты кто? The mines are open and the shop is busy. Понятно. You got a good Glover Mallory's the name. If you're looking. Есть серебро. Клинки, шлемы. Хоть какое? Практически все необходимое. Вот, наконец-то, молодец. Bring your weapons and armor to me. I'll fix it up right. Замечательно. Хоть у тебя есть.
Так, у нас все есть, да? Ну да. Хорошо, к чистому кэшу мы пропутешествуем попозже, я думаю. А сейчас пойдем к Нелоту и уже отдадим ему сердечко. Я думаю, он будет доволен. В следующей серии пойдем посмотрим, что у нас с раскопками. Потом уже вернемся в Скайрим. Завершим это задание, осядем в Вайтране и будем жить дальше, припеваючи. Денег мы себе накопили на безбедную жизнь. Так, начерело. Чё? Чё, фонарели, что ли? Нормальный такой прием. Странно. Это, похоже, один из вас опять наколдовал. Неудачники. Фу, напали. Пойдем спросим у Неллота. Может, он что знает? Хотя, скорее всего, просто приперлись. Они что-то постоянно мотаются, эти неупокоенные. Сейчас, как обычно, его надменный тон. Здравствуй. Мирак was a formidable opponent. I wonder what he would have been like as my apprentice. У меня получилось исследовать воина с вересковым сердцем. Oh, have you? Well, let me just extract those memories, and I'll see if you found anything useful. I promise that any unrelated memories I run across will be kept in the strictest of confidences. Ну, конечно. Here, you deserve a bit of a reward for your efforts. That was a lengthy trip for you, I'm sure. There are too many coincidences. There must be someone behind all of my recent troubles. It's good to have everyone not running off to that damn sacred stone every night. There are too many coincidences. Кто-то напал на тебя. Yes, I have enemies, legions of them back in Morrowind. However, in this case, I have reason to believe it is someone in Solstheim. Наградишь? Don't get ahead of yourself. All you are going to do is wear this ring and walk around tell Mithran. If you find something, then we can talk about bounties and rewards. Хорошо. Откуда ты знаешь-то вообще, что нападают именно на тебя? Ashspawn keep appearing. One night, a part of my tower mysteriously withered. Then my steward was killed. You had to find me a replacement. I've even been attacked by dragons. Do I need to go on? Сомневаюсь, что драконы прилетели именно за тобой. Maybe not. I hear they've been seen over Skyrim. Да ты что? Even so, there is more than там вообще-то их было больше всего. Is out to get me. Как работает кольцо? Just wear it. It will light up the source when you get close to it. I enchanted the ring with a bit of ash from the last ash spawn attack. It can follow the magical link back to its summoner. Насколько близко мне нужно находиться? The link is weak, so you'll have to be within about 100 feet of the source. Хорошо. Try walking around the grounds with the ring on. Так, ну что, давайте наденем. Упс, пардон. Если вы услышали страшный звук, не подавайте виду. Так, пройтись вокруг этого гриба. И где же? Где же тут? Он находится. Дождь, не отставай. Сто футов, это довольно близко. Там ничего не видать.
Может быть, это все-таки оно? Да, похоже, это оно. Здесь мы уже были, кстати. Камень-сердечник. Ну вот, собственно, и все. А вы боялись. Что за посох? Уровня 10 и ниже. Ну это же отстой. Хорошо, пойдем. Отдадим ему посох это сразу. В принципе, как-то мы сразу нашли. Я думал, сейчас будем кружить тут. Интересно, что это за камень-сердечник? Окей, отлично. Полетели. Все, справились. Этот камень-сердечник включен атаке. I've known for decades that heartstones will animate the ash, but it would have to be very close by. Where exactly did you find this heartstone? Он был в могиле Ильдари Саратрил. Ильдари? Then it was my own fault. She was my apprentice before Talvis. She volunteered for one of my experiments involving heartstones. It was quite annoying when she died. Крайне неприятно. Ну да. В могиле не было тела, только камень-сердечник. What? That's impossible. Wait. Unless she didn't actually die, the heart stone could have kept her right at the edge of life and death. Could it be? Could Ильдари still be alive? Could she be my nemesis? Wait a moment, while I cast a more specific divination. Хорошо. Куда ты пошел-то? Поколдовать? I call upon the powers of the sun, moons and stars. Ильдари Саратрил, reveal yourself. Так, сейчас что-то будет. Ого. She lives. Seek her in High Point Tower. So, Ильдари does live after. И такой другим тоном слышала. She thought she could hide from me, but she can't. She's holed up in High Point Tower. Go rip that thrice cursed heart stone from her chest. Почему ты не сделаешь этого? Почему я? I don't have time to go traipsing all over Solstheim. Ты только делаешь, что сидишь тут. After a while, you're probably dead. Maybe I'll send Talvis out next. Отлично. I suppose I could dig up a staff or two. Забери себе этот посох. И все тогда. Be sure to bring back an amusing story of how Ильдари died. Конечно, тебе лишь бы истории. Придурочный маг. Ненавижу магов. Какая пакость. Ну что, давайте на этом закончим, наверное. В следующей серии пойдем в эту вершинную башню. Как видите, опять у нас вылезло новое интересное дело. Блин, Скарим, прекрати, ахаха. Постоянно. Только я собираюсь прекращать, вылезает настолько интересное что-то, что прям охота продолжать. Так что увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.